Я как-то шутил, что вот-вот прям буду делать обзор на эту модель. Но вы знаете, на нашем рынке ничего не взять. Я не нашел своего размера, и поэтому я взял себя, поехал в Польшу и купил там для вас очень интересную модель. И при этом ей всего-всего месяц. Pegasus Trail 4. У нас на анпакинге. Это новый вид роликов, и я в первую очередь хочу донести до вас, что изменилось по сравнению с предыдущей моделью, а уже потом в них набегать. И поэтому я сейчас расскажу, как я их распаковал, первые свои впечатления и основные отличия третьей версии от четвертой. И, конечно, коробочка делает свои первые впечатления. Ее открываешь, она вся эко, вся перерабатывается, все красиво. Надписи Nike Trail, созвучная к Born, надпись Born to be Wild. Материал упаковки приятный. Внутри кайфовая наклеечка буса для путешествий с их трейловым лого на борту. Ну и сами кроссы своими нестандартными цветами и их сочетаниями делают действительно вау-эффект. На коробке даже можно вот отметить набег этих кросс. Я, конечно, не думаю, что этим кто-то будет заниматься, но приятно. Я вот прям вижу, как, знаете, пришел такой глава отдела дизайна, такой берет третьи трейлы и говорит, что за хрень, переписать все. И получились четвертые. Действительно, здесь изменения не минорные. Вот по отношению ко второй версии, третьей, вот минимальные были изменения. Здесь перепилили тупо все. Если говорить о том, что оставили, это вот внутренний материал обивки, по факту, и вот эту вот чешую дракона, на этой версии лучше видно. Это передний бампер, так стилизован. И это все оставшиеся нетронутыми характеристики. А остальное они поменяли тотально все. Начали с цены, добавили 10 баксов, незначительно, но примерно $140 теперь стоит эта кроссовка. Следующим изменением они убрали весь передний вот этот бампер из резины, который выходил из подметки. Систему шнуровки Flywear реализовали в этой четвертой версии, в третьей ее не было. Явно увеличили пространство для пальцев, верхняя сетка выглядит более квадратной. Поставили стельку из пены, в третьей эта стелька была из Ortholite. Вся форма межподошвы и, естественно, объем пены также были изменены. Вся подметка открыли в большие пространства для пены, сделали подметку сегментами, это явно даст большую гибкость подошве. Визуально сама кроссовка стала меньше. Ну и самое главное изменение, которое явно получилось из большинства предыдущих, они уменьшили вес. Он стал на 10% меньше. Это значительное уменьшение. Короче, нефиг тут размусоливать. Я побежал тестить для вас эту кроссовку. Скоро выдам полный обзор, а с вас активность под этим роликом. Спасибо за просмотр.